За что фанаты не взлюбили сериал «Король и Шут». Сериал о легендарных хоррор-панках стал настоящим событием этой весны. Фанаты группы с нетерпением ждали выхода картины, но многие разочаровались в фильме. Почему? А пока мы разбираемся, подписывайтесь на канал и забирайте скидку на Литрес в закрепе. Преданные поклонники «Короля и Шута» возмущены тем, как авторы изобразили главного героя. Экранный горшок представлен безграмотным хамом и беспредельщиком, который плотно сидит на веществах и приносит одни неприятности. В жизни Михаил Горшенев был образованным человеком с высокими моральными принципами и тонкой душевной организацией. Недовольство вызвало и то, что на первом плане фронтмен, тогда как сериал заявлен как рассказ становления коллектива. Киношники обошли вниманием историю создания знаковых хитов Киша. В сериале много неправдоподобных сцен из лихих 90-х. Бандиты и рокеры не могли тусоваться в одном клубе и уж тем более не подружились бы благодаря песням. Некоторые преданные поклонники группы и вовсе назвали фильм сырой дипломной работой выпускника режиссерского факультета. А как вы думаете,